смотрите новости на RTVI в студии Марианна Минскер. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. На журналистку «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр совершено нападение. Ее ударили ножом в шею прямо в редакции. Глава «Hermitage Capital» Уильям Браудер остался без американской визы после того, как попал в список Интерпола. В Израиле открылась зимняя сессия Кнессета. Станет ли она последней и ждать ли досрочных выборов в парламент? Сегодня в центре Москвы было совершено вооруженное нападение на известную радиоведущую, журналистку «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Атаковали прямо в редакции на Новом Арбате. Преступника, который ранил журналистку ножом, схватила охрана. О том, что известно к этой минуте, мой коллега Дмитрий Новиков. Сотрудники «Эхо Москвы» из числа тех, кто стал свидетелем этого нападения, рассказывают, что нападавший знал, куда и кому идти. На первом этаже он напал на охранника здания, брызнул ему в лицо из газового баллончика, затем поднялся на 14 этаж, где находится редакция радиостанции, прошел в гостевую комнату, в которой после эфира как раз и находилась Татьяна Фельгенгауэр. Он понимал, куда идти, и он понимал, кому идти. Потому что в той комнате, где она сидела, она была не одна. Он подошел целенаправленно к ней. Были в это время другие коллеги с ней рядом? Конечно, и рядом, и по дороге здесь, и вот здесь. На всем его пути были коллеги. Кали не хочу, что называется. Кто оказал первую медицинскую помощь? Первую медицинскую помощь оказала я и женщина, которая помогала. Мы перевязали горло, соответственно, ждали приезда скорой помощи. Он прошел вот здесь, прошел в ту комнату и ударил Татьяну ножом в горло. То, что мы знаем. Проникающее ранение, много крови. Но Татьяна сама ушла своими ногами внизу до скорой. Свидетелями нападения на журналистку стали все, кто присутствовал в этот момент в гостевой комнате. По словам охранника радиостанции, все происходило более чем стремительно и неожиданно. А он что-то вообще, он говорил, кричал? Нет, вы знаете, он, видимо, был готов. При задержании у нападавшего не нашли при себе документов, но по данным «Эхо Москвы» это иностранный гражданин Борис Гриц. Сотрудники радиостанции выяснили, что этот человек 20 октября в интернете в своем дневнике оставил запись, судя по которой можно сделать вывод, что его состояние неадекватное, а сам он страдает психическим расстройством. Сегодня окончательно убедился, что на эту сволочь Фельгенгауэр работают какие-то хакеры. Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на мое сердце. С дыханием, точнее его прекращением, она уже давно экспериментирует. Я понятия не имею, чего хотел этот человек. Сейчас появляются какие-то версии, но я думаю, что важно, конечно, прежде всего дождаться новостей о том, в каком состоянии находится Таня. И это то, о чем мы думаем сейчас, конечно, в первую очередь. Мы очень за нее беспокоимся, она находится в больнице. И зачем он сюда пришел? Что им двигало? Это, конечно, я надеюсь, мы узнаем, когда будет проведено и завершено расследование. По словам главного редактора «Эхо Москвы», жизни журналистки ничто не угрожает. При этом врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Таня на операционном столе. Поэтому ни о каких мотивах я разговаривать сейчас не буду до тех пор, пока она не выйдет из операционной. Татьяна Фельгенгауэр работает на «Эхо Москвы» больше 10 лет. Она занимает должность заместителя главного редактора и ведет программы на радиостанции. В 2010 году она стала лауреатом премии Москвы в области журналистики. Дмитрий Новиков, Сергей Романов, RTVI, Москва. К другим темам. Власти США аннулировали визу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Как сообщил британский предприниматель в своем твиттере, все случилось после того, как Россия внесла его имя в базу Интерпола. На это отреагировал бывший американский посол в Москве Майкл Макфол. Он также через твиттер обратился к президенту США и Госдепартаменту с требованием отменить это решение. Это возмутительно. Дональд Трамп, Госдепартамент, сейчас же исправьте это. Немедленно. Не присоединяйтесь к кампании Путина против Браудера. При активном содействии Уильяма Браудера в США был принят так называемый «Акт Магнитского» – санкции против российских чиновников, подозреваемых в нарушении прав человека. Документ назван по имени юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского после того, как он вскрыл коррупционные схемы в российском МВД. Юрист был арестован и умер в следственном изоляторе. 4 года назад Уильяма Браудера в России заочно приговорили к 9 годам тюрьмы по делу о неуплате налогов и объявили в международный розыск. Интерпол долгое время отказывался вносить его в базу, считая преследование предпринимателя политически мотивированным. И вот накануне Россия самостоятельно внесла Браудера в список Интерпола. Об этом сообщила газета «Гардиан».
В Израиле открылась зимняя сессия Кнессета. На заседании присутствовал премьер-министр Нетаньягу и президент Ривлин. Сессия продлится до конца марта 2018 года, хотя многие и в коалиции, и в оппозиции убеждены, что нынешняя сессия парламента станет последней и будут объявлены досрочные выборы. Но в любом случае, Кнессету предстоит обсуждение конфликтных законопроектов, каждый из которых может стать поводом для окончательного краха коалиции. Сейчас на прямой связи с нами из Иерусалима Евгений Сава. Жень, приветствую. Сессия Кнессета только началась, а уже говорят о громких скандалах. Коалиция и оппозиция спорят вокруг закона, который пытается провести правящая партия. О чем речь, расскажи. Приветствую, Варяна. На самом деле спорят не только коалиция и оппозиция, спорят прежде всего внутри правящей коалиции вокруг законопроекта, так называемого закона, который запретит расследовать премьер-министра, действующего главу государства. Ну вот я хочу вам показать одну из ведущих газет Израиля, газета «Идиот Ахранут», на которой на центральной полосе фотография премьер-министра, а далее глава правящей коалиции Давид Битан и автор законопроекта Давид Амсалем. И вот заголовок «Они потеряли всякий стыд». Имеется в виду, что этот закон, который здесь уже в Израиле прозвали французским законом, по принципу того, как это работает во Франции. Там президенты полностью имеют полную неприкосновенность. Его нельзя допрашивать, нельзя открывать уголовные дела. Так вот, здесь в Израиле хотят сделать нечто подобное, чтобы премьер-министр целиком уделял свое рабочее время исключительно работе на благо государства, а не расследованием против него. Естественно, в оппозиции это критикуют. Здесь мало того, что премьер-министр проходит по двум громким коррупционным делам, так есть еще шанс, что в ближайшее время его могут вызвать и по третьему делу, по делу о закупке германских подводных лодок. И вот этого больше всего и боится израильская оппозиция. Вот что заявили представители оппозиции сегодня в Кнессете. Какую самую главную законодательную инициативу коалиция будет обсуждать на первом заседании зимней сессии? Образование, иранскую угрозу, увеличение минимальной зарплаты? Нет. Единственное, что интересует коалицию, это быстро провести закон о запрете на расследование против главы правительства. Мой отец мне всегда говорил, из хилого саженца не вырастет здорового дерева. Уже по первому дню зимней сессии Кнессета можно утверждать, что ничего хорошего из нее не выйдет. Депутаты от правящей коалиции заняты утверждением законов, не имеющих ничего общего с общественным интересом. Единственное, что их интересует, — собственное политическое выживание. Мария, надо сказать, что атакует премьер-министра не только оппозиция, но и, например, президент страны Руби Ривлин. Буквально несколько минут назад он выступал на пленарном заседании Кнессета. Он заявил о том, что лидер должен понимать, что он может быть и жертвой, имея в виду критику со стороны, например, оппозиции, у которой нет рычагов влияния на власть. Ну, сам Нетаньягу, надо сказать, что пока не комментирует закон, который, возможно, его освободит от уголовной ответственности. Однако он сегодня выступил на заседании правящей партии Ликуд, и вот что он заявил сегодня в Кнессете. Мы полны силы и энергии и очень рады открытию зимней сессии Кнессета. У нас настоящая команда профессионалов, людей, которым не безразлична судьба страны. У нас впереди еще много работы. Мариан, теперь самое главное, ближайшие месяцы, как я уже сказал, здесь в Кнессете будет очень жарко. Израиль вообще страна политизирована, и многие новости происходят как раз вот здесь, в здании парламента. Теперь коалиция говорит, что все будет нормально, все разногласия им удастся преодолеть, а вот в оппозиции обещают дать бой и обещают, что эта сессия, возможно, будет последней, и страна даже пойдет на досрочные выборы. Мариана? Спасибо, Женя. Евгений Сава из Кнессета был на прямой связи с нами. Но мы продолжаем. Лаборатория Касперского обещает раскрыть исходный код своих продуктов. Об этом говорится в сообщении российской IT-компании. Речь идет о запуске глобальной инициативы по информационной открытости. Планируется создать 3 центра прозрачности в Европе, Азии и США. По замыслу они позволят государственным органам и частным лицам получать информацию о программном коде. Ну и кроме того, компания увеличивает награду за обнаружение уязвимости своих программ с 5000 долларов до 100 тысяч. Лаборатория Касперского в последние месяцы сталкивается с проблемами на рынке США. Американские власти уверены в связи компании с российскими спецслужбами. Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения отказаться от использования антивирусов Касперского. Российской компании назвали эти заявления необоснованными и отвергли сотрудничество с властями и причастность к кибершпионажу. Мы следим за развитием событий. Еще больше новостей доступно на нашем сайте. Его адрес вы хорошо знаете: rtvi.com. С вами была Мариана Минскер. До встречи.